Мое отношение к референдуму сугубо положительное, так как я и весь народ Донбасса ждали его все эти долгие годы. И что касается ожиданий, то я надеюсь, что благодаря вступлению в Российскую Федерацию, благодаря переходу на их стандарты, наш родной край сможет прогрессировать с большим успехом, чем это было в последние годы.